О чем говорит-то? Выключай, я не могу. Выключай. Над чем ты смеялся? Над названием. Да не над тобой же, господи! А что не так с названием? Да просто... А? Не, все нормально. Что тебя смутило здесь? Это же молния? Да. Ну, я и смеялась над молнией. Я просто видела в коробку с игрушками. И там лежал флакон этот. Ну, игрушечный как бы. Где? Ну, или какая-то картинка была. Я такая красная, мы тут подрались за кадром. Извините. Раз, два, три. Ну что, всем огромный-огромный привет. Меня снова зовут Николай, а эту женщину снова зовут Анжела. И мы продолжаем радовать вас своими, либо возбуждать ваши ненавистные чувства к нам обоим. Обоим. Русский язык, все наше. Вот, сегодня... Обзор, не знаю, как ты хочешь, так и называй. Я принес свои ароматы. Когда-нибудь Анжела принесет свои. Мы на это очень надеемся, что мы снимем что-то ее интересненькое, да? Mm-hmm. Ну, это так, на затравочку, если хотите. У нее там грибов полон лес, если уж на то пошло. На вопрос, кто такая Анжела, я... Я женщина, а не посудомойка. Я как бы давно увлекаюсь парфюмерией, вот, но, как я уже писала у Коли в Телеграм... Где? На Ютубе, да, что я столько перенюхала, и мне казалось, что зачем заводить какой-то еще один канал. И так... Когда есть Николай и его канал. Вот, и как бы, да, я парфманьяк, но я столько, как я говорила, столько перенюхала, что мне много уже что не нравится, поэтому вот. Поэтому я часто, да, так делаю. Все? Наверное, да. Вот. Ну что? Что? Ароматы. Ты уже видишь. Ну ты видишь. Ты нюхала что-нибудь из того, что стоит? Да. Что, например? Вот этим ты делился. А это я видела в магазине, потому что флакон такой. Подборка странная. Все, что стояло странное, я сегодня и принес. Mm. Вот. Давай начнем так, с Этуго. Ну, хочу начать с, наверное, одного из самых интересных ароматов лично по моей версии. Это бренд Zarka Parfum и композиция с очень провокационным названием Ménage à Trois. Так странный или нравится? И нравится, и странный. Любовь mm-hmm. на троих. Угу. Ну, не так немножечко, но мы сегодня... Нас здесь двое. Привет. Да. Будем говорить про бренд или не будем затрагивать? Не надо. Ну, вот это не будем. Говорено, да? Переговорено уже. Спирологию разводить тут. Ну что, не знакомился с этой работой, с Нет. композицией? И тогда я молчу. Вот в твоем... А зачем столько пшиков-то? Потому что приехала на халяву из интернет-магазина парфюмерии косметики rendezvous.ru. Ссылка на этот аромат вы найдете внизу в описании, а здесь будет мой именной промокодик, который даст вам скидочку 10% на всем сайте. Поняла, почему? Гуляем. Тебе это нравится? Очень нравится. Я тебя не заставляю хвалить этот аромат. Я тебя не заставляю украшивать его как-то. Тебе чем он пахнет? Ничем. Ничем? Ну, какой-то бумагой мокрой. А мне звездкой. Так нравится. Побелкой, не знаю. Это любовь на лесопилке. В смысле? А занозы? Не. Это пахнет стружкой деревьев. Это пахнет воздухом после дождя. Озоновым, приятным, свежим. И что самое главное, что здесь есть, на что я повелся, но я чего этого не получил, оно появляется иногда. Корки арбузов. Зеленые. Я не могу. Слушай. Я вообще этого всего не... Ну, то... Можно на ту руку? На того, третьего. Ну, может быть, на кожу? Он такой красивый. Он такой простой, и он такой красивый. Не нравится? Ну, не нравится, ну, не нравится. Ну, да, не нравится. Ну, ради бога. Поехали дальше. Нам надо уложиться в 15 минут. Мне очень нравится. Для всех любителей, кто хочет простой древесный аромат, понятный, с очень приятной цепкой базой, чтобы оно сидело, чтобы оно... Оно явно будет сидеть долго. Красиво шлифило. Вот. Мне... Шлифить будет красиво. Мне понравилось. Так. Человек, который вообще, наверное, к этому не подходил никогда. Я правда пытался носить. Я пытался понять прелесть этой композиции. Пока не буду говорить, что это, нюхай.
90% людей говорит, что этим оно не пахнет. А мне вот прям со старта оно фонит. Цитрусы, масло какое-то эфирное, какого-то цитруса. А не пахнет листом смородины? Нет, помело. Или помело вот это вот, когда чистишь вот эти белые штуки, прям масло эфирное. Ну, цитрусы, цитрусы. А чем тебе смородины? Нет. Я прям чувствую вообще смородиновый лист. Попей водички. Зелень смородиного листа. Я очень чувствительна к компоненту под названием смородина. Я люблю ее во всех проявлениях. Я тоже. Помыла. Отвернул от меня название. Я, наверное, угадала, как называется. Нет. Цитрусы здесь есть, да. И все. Мне вообще странно, почему эта композиция входит в эту линейку ароматов, потому что она совершенно на них не похожа. Готово? Эрме. Терра де Эрме. Эл Живре. Почему я это не сказала на камеру, что это румес? Блин, все вот моя нерешительность. Ну, румес и цитрусы, а что тут такого-то? Давай перепишем, я скажу, что это эрмес, скорее всего. Клёвый, как и все эрмесы. Просто пшикаться, поливаться, смородины я не слышу. Так, прямо резко. А что самое главное, здесь очень какая-то вот странная, есть понятная, приятная минеральная база, но на мне, к сожалению, эта композиция не очень шлифит. Она стойкая, но шлифинов как таковых нет, это вот чисто для себя, после душа, да, при большом количестве бабле обливаться. Неплохо. Так, нравится тебе или не нравится? Мне нравится. Мне не нравится за счет его неспособности шлифить. Так это же эрмесы, они же не для этого. Для они для настроения. Все. Я себе 12 тысяч для настроения. Ну, извините. Прям вот. Ну, вот прям смородиновый лист, слушай. Да нету смородины. Давай дальше. Привыкли, что я с ним соглашаюсь всегда. Какие-то ирисы опять свои принес. Да? Нет. А еще? Возможно, у нас просто, ну, с тобой перенюхали. Перенюхали, да, сегодняшний день. Какая-то пудра. Так. Ну, ты часто говоришь про ирисы и ирисы. Нет. И я их там не слышу, а здесь я их слышу. Здесь есть землистость. Здесь есть землистость. Земля. Хорошо, ирис в горшке. А ты не слышишь отголоски чернил лалик? Лакокрасочное что-то есть, а лалик нет. Офигеть. Это композиция от бренда X. Я слушала его, да. Хотела хоть что-то, чтобы мне понравилось. Ветивер молоко. Мне очень нравится эта работа. Очень до безумия нравится. И она мне не нравится тем, что она сделана как старый добрый... Люкс. Ведь этот Энкорнуар ну... от Лалик. Потому что новый Энкорнуар, он пахнет... передозом кашмирана, кислющим. Вот аж прям вот здесь вот отдает в какие-то нервы. Он не про молоко, он не про не что. Про молоко. Он про политкорректную зеленую ноту ветивера, чистого, звонкого, хрустального. Как это говорят, догналась? Да, есть. Очень красивая работа в офис. Женская. На даме, на мужчине. Я тоже спокойно вижу. Сидит опрятно, как сказать, костюм. Мягкий, теплый, мурлыкающий котик. Вот так для меня. С очень такими интересными звонкими вайбами, которые вот он дает. Хороший такой весенний, политкорректный аромат. Дорогой, конечно, как и все в этой жизни, но мне очень нравится. У меня ветиверов просто вот в таком направлении целый шкаф. Вот у меня есть все энкорнуары, у меня есть практически все ветиверы, которые похожи на энкорнуары. Не знаю просто, нужно ли мне вот такой ветивер, но он красив. Он вот у него есть, знаешь, вот
какое-то вот благородство, что ли. И соглашусь, но если мне не нравится цена, я могу себе выключить в мозгу хотелку, что как бы если цена не нравится, то я не хочу. Я давно подходила к этому аромату, когда хотела, чтобы мне хоть что-то понравилось в этом бренде. И была надежда на этот аромат. Надежды не оправдались. У меня есть старый кубик Лалик чернил. Я его обожаю. Могу носить сама. Дарила мужу. Ношу сама. Вот. Но здесь как-то, не знаю, плосковато, что ли, если так можно... Политкорректно. Оскорбить этот... Политкорректно. Да. Не за эти деньги. Да и вообще как-то так. Тебе этого вот разве не хватит для альфакторной библиотеки? Я фетишист. Не надо флакон. Ну что... Очень много запросов. Вы спрашивали, мы отвечаем, да. Очень много вопросов, где же найти хорошую, достойную, интересную, качественную, сделанную ваниль и при этом недорогую. Нигде. Забудьте про это. Это только в очень дорогих брендах можно встретить по-настоящему правильную сделанную ваниль. Объективно, объективно. Ну, ты будешь со мной спорить? Ну, не надо спорить. Maison de Vanille, композиция под названием Absolut de Vanille, в принципе, может закрыть потребность в хорошей, качественной ванили, потому что ваниль здесь не ванилин, ваниль здесь не стручок, ваниль здесь не съедобные булки, пирожки и так далее, хлебопекарное, шоколадное, конфетное, а ваниль здесь пьяная. Пьяная вишня просто так вышла, каждый не влюбляется никто. А это стручок мадагаскарской ванили, который вы заливаете водкой, алкоголем, коньяком, либо чем-то еще. Просто настолько баланс между сладостью, терпкостью и ванилью, это просто... Я считаю, что в своем ценовом сегменте это шедевр. Ну да, я насколько помню, это достаточно... Ну, 5000 рублей стоил в свое время. Вот, если встретите в золотом оформлении, берите в золотом, потому что бренд меняет, вот он даже сейчас поменял упаковку, сейчас это выходит в каком-то серебряном цвете, а у меня это в черном. Серебряный не подходит этому аромату. Вот как это выглядит во флаконе, также это, наверное, стручок, который погружается в алкоголь. Алкогольный очень. Какой-то коньяк. Коньяк. Прям пары от этого бокала, который... Когда бокал уже высох, ну, после. Очень красиво. Ваниль не моя тема, да, у меня всего там один здесь ваниль аромат. Прям вот древесная-древесная, не кондитерка. Не кондитерка. Не кондитерка. Классно, на мужчину, на женщину, всем рекомендацион. Вот это все. Мне кажется, все-таки больше для мужчины. Хотя он сладкий, гурманский и все такое, но вот благороднее он будет звучать на мужчине, на мужике. Трэш на моем канале, вообще не спрашивайте. Это мне... Мы со знакомым поменялись ароматами, я ему отдал Шапард, а он мне дал вот это. У меня истерика просто. А вот это вот. Покажите Анжелке этот флакон. Bad Boy, Каролина Эррера. Все, что еще нужно говорить. Ты знаешь, чем оно пахнет? Флакон Бишем? Бишем? Да, там Бишем. Квентином Бишем. Да, но он Бишем не... Ужас. Игрушка. Просто бранс будет. Почему ты не любишь люкс? Меня спрашивают очень часто. Ну вот поэтому я не люблю люкс. Ну давай, скажи что-нибудь. А я что, разве люкс люблю? Нет, ну мне в комментариях очень часто пишут, ты унижаешь мужской люкс, ты унижаешь это, да ты не пробовала никогда ничего. А как можно вот это не унижать, извините, я, наверное, сегодня буду какой-то прям злой, не знаю, но... Это пахнет так, как это выглядит. Да, зачем? Вот просто, вот, чтобы вы понимали, вот это стоит дороже, чем вот это. Это стоит дороже, чем вот это. Во-первых, я далеко ходить не буду. Чем это пахнет? Это пахнет отдушкой дезодоранта Axe шоколадный. Ты, наверное, очень любишь Axe. Кстати, очень часто этот бренд используешь. Да. Тебе уже, наверное, Axe должны... Они уже прислали. Я до сих пор ничего не сделал. Но не об этом суть. Ладно. Я не могу ничего говорить. Ну, это просто никак.
Ну, хорошо, мужской люкс. За что ты не любишь мужской люкс? За посредственность. Я сносила два флакона мужского Dior Duna с инжиром. Мы я не будем говорить хай-бренды. Я сносила Givenchy в бордовой крышке. Я, девочка, носила мужские ароматы. Я не могу сказать, что прям, да, я не люблю мужской люкс. Но вот это... Это пахнет просто синтетикой. Это пахнет. Синтетикой Всё. На зудящих проводах. Вот берем чан с концентратом и выливаем на высоковольтные провода. Вот оно. Вот так вот. Какой-то трешак. Я не знаю. Вообще просто. Я не знаю. Давай перенюхаем от начала. Ну, только это я не буду нюхать. Минаж Атха. Ну, красивая лесопилочка. Ну, красивая. Вот кто-то, может, ищет аромат щипы древесных стружек. Вот и все. Ну, с воздухом. Не каждый, может быть, захочет пахнуть какими-то щепками, но у одного бренда, который я люблю, есть аромат, называется «Жидкий костюм». И вот этот аромат тоже можно было назвать «Жидким костюмом». Какой-то он... Да, согласна, что вот он такой нормальный, носибельный. Когда пришел, пшикнул, понравилось, пошел на кассу. Мне оно нравится. Буду молодец. Говорить как Волочкова. Мне оно нравится. Молодец. Мне не важно, что оно кому-то не нравится. Мне нравится. Хорошо. Эрме. Гивре. Ну, я просто предвзята. Потому что я люблю Эрмес. Эрме. Я люблю три бренда. Эрмес, Пьер Гийома и Патрис Николай. Но вот этот люкс мне нравится больше, чем вот этот люкс. Намного. Ну, просто, ты понимаешь, у меня очень много цитрусов других. И у меня. У меня около 10 эрмесов. Больше. И цитрусовые Николаи у меня все. Кайф. Витивер молоко. Я ничего не слышу. Очень сломалась. Очень громко. Да? Угу. Как говорят, если вы не слышите свой аромат, значит, это ваш аромат. Идешь и покупаешь за 22 тысячи. Не пойду. Не нравится тебе? Ну, как-то вот у меня есть... Витивер и витивер. Да, у меня есть витивер, еще я собираюсь покупать этот витивер Arabian Wind. Алкашечка. Алкогольно, ванильный, красивый аромат. Все. Но как, алкоголь именно тот, такой вот мужской. Да. Виски какие-то там, эти коньяки, вот это все. Камин, плед, качалка, уберите это. Это воняет. На этом все. Анжел. Успокойся. Пожалуйста. Это воняет. На этом все. Слушай, что-то как-то там... Бишь там каким местом был, не знаю, короче. Ну, плюнул, наверное. Слава богу, что нету этого. Плюнул. Аки голову, да, в той дозе, которая вот... Ну... Оно пахнет никак. Оно ужасно пахнет. Оно пахнет как дезодорант, все, для подмышек. Нет, дезодорант должен пахнуть чем-то каким-то таким пушистым, тальком. Ну, может, нет, спирать. А это прям такое... Мощнее. Ну, это трэш. Я не знаю, куда кому... Нет. Есть любители, пожалуйста, пользуйтесь. Мы всего лишь на отшибе нашей избушки с краю, мы ничего не знаем, в принципе, в парфюмерии не понимаем. Мы же не шееды. Но. Я вижу, почему я смеюсь? Я вижу этот флакон в коробке с детскими игрушками. Там машинки, кубики, и вот это вот валяется. Ну, как бы вот. Мясо отбивать. Здесь дырки тогда должны быть. Или иголки. Сломается. Не знаю, куда такой флакон. Сделан в Испании. Ужас. Все, на этом. Хорошо. Но именно Шатла мне нравится больше. Да. Все, с вами была Анжела, Николай. Спасибо. Приходите к нам в гости. Спасибо, спасибо, спасибо. Любите себя, берегите себя, пользуйтесь классной крутой парфюмерией. Ссылочки на все выйдете внизу в описании. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Надеюсь, вам было весело, интересно. Не ищите в наших видео логики. Не ищите правды.
мы люди, мы все разные, у нас у всех разный вкус, даже если вот мы сидим с Анжелой, она нюхает мои ароматы, что-то ей нравится, что-то не нравится, да, мы всего лишь проводим весело время и даем... Ну, нет у нас экспертности, мы не про это, я вот к этому все подвожу. Мы не про это. Никакой. Вот в парфюмерии экспертности быть не может совершенно. Тебе композиция либо нравится... Все субъективно, вообще никакой объективности. Либо не нравится, даже если ты ее берешь, да, и на этом как бы все. Чмоки в боки, до хруста безы, увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.